Всем привет! В Hearthstone вышло новое дополнение «Раздор в тропиках». И сегодня мы будем открывать 85 паков. Ну, легендарочек 5 бы вытащить, было бы очень здорово. Так, золотая обычная, ну допустим. Я, кстати, карты вообще особо-то и не видел. Я видел 2,5 карты. Кстати, хороший пак. Вот и первая легендарочка. Санг-Азель. Натиск после того, как это существо атакует, превращается в область. Чего? Необычно. Надо вот с этим разбираться. Но звучит минимум необычно. Пока я карты смотрю, именно по картинкам, прям таких прикольных особо не видно. О, сюда. Быстренько второй. Нарайн, правда зоркий. Боевой клич, получите две удачных карты, которые копируют верхнюю карту вашей колоды. Интересно. Что-то я не ожидал, что прям так быстро две лиги будут. Не, ну как нарисовано, мне что-то не нравится вот это дополнение. Как-то не по моему вкусу. Еще эпик, хорошо. Еще. Так, эпик, это хорошо. Ну, чисто отдыхает. Вот нормально, я понимаю. Ну, кстати, все логично. Пляж, почему бы не отдохнуть? Это будет моя самая любимая карта. Ну, тут что-то я смотрю, пиратов как-то многовато. Это за зверек был в клетке. Вот этот тип нам уже, по-моему, 150 раз выпал или что-то похожее было. Ой, хорошо, хорошо. Прикол, вот такой забавный. Вот это тоже забавный. Качок. Не, ну моментами есть, конечно, забавные арты. Но в целом, как-то мне вот эта стилистика не очень зашла. Э! Ой, я только хотел сказать, где мои легендарки, а вот и легендарка. Беспечный... Пирожок? Прикольно. Турист, охотник на демонов. Я не знаю, что значит турист, но как бы ладно. После того, как ваше существо погибает, призывать случайное существо, которое стоит на одну больше. Ну, нормально. В мурлоков запихал, разменял их.
и у тебя новый стол. Ну или даже, может, не в мурлоках. Какой-нибудь просто мелочи. Ну тут, в принципе, мурлоки пираты, так что мурлоки. Так, у нас тем временем 50 паков осталось. В принципе, еще довольно много. Еще можно легендарок миллион вытащить. Кстати, само оформление вот пака, ну, прикольное такое. О, второй мужик, который валяется, класс. Опять качочек. Я уже подустал их открывать, на самом деле. У меня их две, по-моему, редких золотых. Чё-то я провтыкал. Ебическая карта. То, что нам надо. У меня уже целая банда качков-мурлоков собралась. Так, 30 паков. Пора бы уже и легендарочки падать. Вот это приятно. Две редких, эпик и легендарка. Так, злобожог. В конце вашего хода улучшает ваши извержения. Боевой клич замешивает вашу колоду 5 извержений. А вот этот мне типсом попадался как-то. Я его с портала выбивал. Когда за мага играл, у меня просто выпал. По-моему, с портала. Так, это четвертый, да, был? Да, четвертый. В принципе, еще можно одну вытянуть, даже две. Как бы шансы есть хорошие. Вот. О, эпики тоже можно повытягивать. О, второй. Так, мы собрали синих мужиков и какую-то хрень в клетке. Этих водопадов тоже понасобирали золотых, обычных.
Так, пора взывать к легендарке. Что-то паков маловато становится. Давай мне пятую. Мне нужна пятая легендарка. Так дела не делаются. Не, если 4 будет, я очень расстроюсь на самом деле. Я прям настроен на 5. А еще лучше, если в одном паке 2 выпадет легендарки. Это вообще вот кайф. Давно такого, кстати, не было. Я, по-моему, один раз только вроде был. Ну шо, где моя легендарки? Близзард, где мои легендарки? Что-то мне вообще не нравится. Так, пора чуть-чуть сбавить темп. Осталось 5 панков. Ну давай, давай, колдуй, колдуй, колдуй. Чё хреново поколдовал. Давай, пыль, 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 пыль. Побольше пыли. О, ну уже, уже что-то. О, вот это тоже прикольный тип. Чисто отдыхает на пляже. Ну, 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 ну. Ну давай мне еще одну. Разве так много прошу? Походу 4, да? Ну давай, последний, последний. Нет, 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 нет. Ну, эпик. Блин, обидно. Что-то вообще прям обидели меня. Где пятый легендар? Что-то я подрастроился. Ну, хоть эпиков надавали. В общем, вот так. Спасибо всем за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал. Всем до встречи. Всем пока.